Вспоминается, он пришел. А, вон, это надо. Разминается, нормально. Блок. Не, у кого-то я не знаю, кто хоть разминался через блок. Блок. О, я не видел. А, в натуре. Не-не-не, он был нормальный. Что было это? Веревка была, она была тупо, а он сделал тросик, после. Там был канат был, он был вообще, да, он был. Нет палана. Павик, отдай палану. О! Иди в крюк, что ты наверх залезешь? Давай, я хочу. Как закрутил? Давай, давай. Что, крюк? Давай, давай, давай. Готов. У тебя получше, да? Была, да. Тоже я крюк? Держать! Давай добью право. Да какой я добью, я сейчас проиграю. Все, давай на левую. Все, да, мы нахуй. Я сейчас с Тимуром. Ну просто бери сразу вот так. Сразу, да, и возле сразу, себя. И ты даже закрутиться не можешь. Он уже так устал, ты не можешь закрутиться даже. Он уже тебя, сейчас уже тебя накрыл, куда тебе крутиться? Ты уже под ним получается. У тебя же хват, захват под ним. Только на два раза хватает. Этот был. Вахненко, и он там это тоже Карачук. Был. Нет, но выше категория. Блин, да ты должен знать. Черняк? Там нет. Был. Давай еще перечисляем. Он Пасека. Там все время спорил. Вот он с Пасекой боролся Арфай, кстати. Не Арфай это? Так он же вроде же приехал. Ну а что? Не помню. Он вроде приехал с другой стороны, приехал, говорили, да? Вылетел его. Давай. Там он Винницкий. Винницкий? Так где это он? Там где-то был? Что? А нет, если приедет. Куда приедет? На Винницкий. Ваше слово. Вы же Винницкий поедете? Ну, наверное. 300 километров туда-обратно 600. Ну и что? За бешеные собаки это не круто. А при желании. Я или вы? Да, вот так, 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 в
Чего перехватить? Давай по-другому поставлю. Я поворот в кредит. Давай. Хорошо. Оооо. А ты сколько весишь, что это тоже не ворот? Америкатяне, да? Бруклин. Ничего себе. Ого. Ого. Где там солнце, да? Тимур, ты его кисть выровняй. Ты уже накрываешь. О, опа, сейчас я с Тимуром, Тимурчик разобился. Да ты что? Тимур, стартуй, ты что-то не стартуешь. Давай, давай. Слышь, давай с тобой направо. Может, ты хотел сказать на левую? Лучше вкрутишься, будет легче. О! Заряд на кисти туда тронул. Запад подлокотник. Главное, чтобы фаланги были видны. Фаланги. Саня, тяни спиной так. Опа. Хорошо, стой. Стой, открывай. Вот тут что это такое. Давай. 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 Закрывай, Саня. Закрывай. Давайте по правилам этого. Кого там? Вала, вала, да? В Америкосы вал? Да. Ты как снимает. Дайте я сейчас попробую, что он такое что-то... Все, Ларин размялся, он сильный стал. Все, сейчас я уже никто его не поборет. Все, это просто, ну... Молодые теряют, а не молодые набирают. Заметьте, заметьте, перехват не делаем. Хорошо. Перехват не делаем. Перехват не делаем. Видел? Ну да, знаю, уже. Перехват не делаем. Без перехвата. Будешь договариваться. Без перехвата. Давай, давай. Вот.
куда, куда ты будешь? Вот так. Сюда? Не, вот так. Боремся. Боремся нормально. Сейчас тренирую 3 раза в неделю, каждой тренировки только разными способами. Я вот эту ручку делаю, а на следующей тренировке я делаю гантели. И первое начинаю кисть тренировать. Первое упражнение кисть. Она постоянно сюда мне бьет. Видно или нет? Видно. Если бы пип-шопя был вот это тренировался вчера, то они были бы такие же зеленые. А когда будет 12-го, да? Пишите какую? Сегодня 12. А 12-й арфайт, да? Арфайт, да? Ну, мне кажется, Золовь не выиграет. Мне кажется, он пару раз подцепит его, и он забьется. Первые 2 100% должен вытянуть. А вот если уже забьется, тогда могут и подцепить. Да. Так он давно не выступает. Да. Он давно не выступает. А его тогда не было? Был он тогда. В Гайсене? Был он тогда. Ты чё? За сколько там он проигрывал? По одному, по второму. Он же с Киева, да? Он в Киеве раньше выступал. Не выступал он... Понял, как это делать.
Камера еще есть. Что, когда будем завязываться? Не, у Сани тоже неудобно. Сань, ты видишь, у тебя даже намекнул, сказал, что неудобно. Ты наоборот говоришь, что когда неудобно, ты говоришь, то у тебя такая рука удобная. Чтоб соперник... Да, да, да. Так Саня на Украине стал третьим, а Тимур пятым, чи каким, чи десятым. Саня, ты должен его бороть. Пошел бы в 95, Тимур, да, бы стал бы, наверное, вторым бы, да, стал бы, или, да, Тимур? Чи третьим. Он там первый жряб, да? Ну да, ну, на правую только там. Ну, ты бы стал бы, бля, ты бы на левую... 95 вроде выступает. Ну, не, в 95 на Украине был, прикинь. Я все? Да, в категориях выступал. Да. Он первым занял 95. Только на правую. Я 12 назад, держи в угле. Так мне так неудобно. Так держи неудобно. А Сане удобно. Почему удобно? Ты за ним. Да уже ж он не дает. Мне ж там было удобно. Я так видел. Я готовился сюда ударить. Я думал, вы не будете атаковать. Я готовился сюда ударить. Реально. Смотри, перехват есть или нет? Смотри, когда вот слабое место у меня, смотри, когда перехват. Ну а как это будет? Ну вот идет, типа вот, ready, go, и вот идет вверх. Не ready, go вот это. А, ну хорошо. Слабое место вклеит, только ну вот, вот мы взяли захват, и все, и пошел вверх. Держи, держи. Мне неудобно. Да, держи, да. Смотри. Держи, давай, бегу. Сейчас, я же не стал. Не было такого? Не, я не стал еще. Да, еще могу там еще скинуть. Да, сейчас дам, мне там уже плохо. Ну да. Блядь, зачем я это сделал? Блин, как ты можешь? Кому ты проверил? Я рука дубовая, да? Ну, вообще неудобно. Ну, кому ты проигрываешь? Вот Сане проигрывают. Саня. Что, Саня слабый или что? Да, подвернул, сразу удар. Ага. Да. Это ученик. Ученик ученика учит. Что это за палец? Как можно его там? Как можно пальцем можно так вот бороться? Вот, как можно держать? Можно. О, давай. А так вот там, он так любит. А хочешь? Давай. Ну. Рука скользкая, сейчас наползет. Ну. Ты попал. Да, все. Поворачивай.
О, пошел, пошел, Майкл, кто-то. Ну, атака, где? Что так долго? Давай! Блин, ох, долго, Тимур. Стартуй, Тимур. Что так долго? Ты что ты... Вроде, он вроде начал атаковать и остановился. Там, вроде, о! И все, и пошло. И висишь на руке. Все, и пошла контратака. Поборет, поборет, Тимур поборет. Задавит, задавит. Till the end, follow me if you can.